Ребят, а в начале этого ролика я хотел бы узнать, сколько вам лет. Давайте сделаем так. Если вам меньше 15 лет, то вы ставите лайк. Если вам больше 15 лет, то вы пишите в комментах, сколько вам лет. Также, если вы любите свою маму, то вы подписывайтесь на мой канал. А если не любите, то просто поставите дизлайк. Посмотрим, сколько вас таких. Ну а мы начинаем. Всем привет, я Клаус, и сегодня я хотел бы проверить донатершу на гриферство. На нее уже пожаловалось очень много людей в комментах под моими видосами, и я решил взяться за это дело. Но я был очень сильно удивлен, когда жаловались именно на нее, потому что ее никнейм Юлия Секси, то есть эта девочка, а во-вторых, у нее легенда, ребят, просто понимаете, легенда. Эту легенду можно получить двумя способами, то есть первым самым легким это купить ее за 1000 рублей, а вторым это просто поиграть 100 часов на сервере и получить ее бесплатно. Ну также за 10 часов можно получить админа на эндердесте, если что, его IP будет в описании. Ну в любом случае, понимаете, легенда стоит 1000 рублей, и если серьезно кажется, что она гриферит игроков, тогда ее придется забанить, и мне кажется, ей будет очень сильно обидно. Но я надеюсь, что такого не произойдет, и все будет нормально. Ну в общем, погнали. Для того, чтобы начать с ней беседу, я предлагаю написать ей в личку «Привет». В принципе, звучит довольно-таки банально, но все-таки это очень эффективно. И пока мы будем ждать от нее ответа, я предлагаю надеть на себя броню, потому что броня нам в любом случае понадобится. Она нам ответила. Привет, пупсик. Как она с нами начала общаться. Мне это уже начинает нравиться на самом деле. Так, давайте спросим, сможет ли она нас прийти, потому что на этом новом аккаунте у меня дома нету. И мне бы он краски не помешал. Сможешь приютить? Да, конечно, пиши ТП ко мне. Ну окей, давайте так и сделаем. Юлька, ну блин, конечно, мне очень сильно понравилось, как она мне в первый раз ответила. Ох, так, все, она нас ТП-шнула. Так, это ее... Кстати, довольно-таки прикольный домик. А, вот и она. Ну, неплохой, кстати, скин. Мне даже нравится этот скин. Прикольный. А он запривачный? Да, запривачный. Окей. Попсик. Так, а зачем она нас позвала? Давайте спросим у нее, для чего она это написала. Что? Не, ну, в принципе, домик, серьезно, у нее довольно-таки неплохой. Но только он немножечко, по мне, пустой на втором этаже. Можно было бы тут, на самом деле, чего-нибудь добавить. Там, не знаю, кровати, там, сундуков, печек, верстаков. Хочешь, дам донат бесплатно? О, она нам хочет дать донат бесплатно. Но только я не понимаю, как она хочет это сделать. Либо она нас хочет обмануть, либо же она просто пытается дождаться, пока мы поиграем либо 10 часов, либо 100 часов, чтобы нам выдался бесплатный админ, либо легенда. Ну, давайте напишем, что, допустим, да, очень сильно хочу. Прикинемся, что мы там из первого, либо же из второго класса. Да, очень. Но я уже, ребят, начинаю понимать, что она нас пытается обмануть, видимо. Или может она нам просто его купит, и это было бы очень круто, потому что мне бы не помешал донат на этот аккаунт, потому что я мог бы его просто разыграть среди своих подписчиков, и это было бы довольно-таки неплохо. Я могу тебе дать бесплатного админа, но ты должен добыть 500 досок и 1 стак булыжника. Ух ты, что же она нам предлагает? В принципе, заманчивое предложение, но опять же-таки повторяюсь, что... Блин, либо она нам хочет его купить, либо она просто думает, что пока мы будем добывать 500 досок и 1 стак булыжника, просто пройдет 10 часов, и я уже получу своего бесплатного админа. Но, в принципе, окей, только как мне выйти из ее дома? Ну, давайте напишем, типа, хорошо, сейчас будет сделано. И пойдем, наверное, добывать. Ребят, что-то я тупанул. У меня ведь уже был булыжник и доски в инвентаре. Я просто мог эти ресурсы отдать ей. О, ладно, окей. Окей, давайте напишем ей, что я добыл их. Ну, конечно, что-то я сглупил. Давайте краски ей так и напишем.
Все. Я добыл. Скидывай их мне. Так, ну окей, давайте их скинем. Я только не понимаю, для чего они ей нужны, ведь у нее легенда. То есть она может пользоваться креативом. Ну как бы мне не жалко. Так, вот стак булыжника и пол стака досок. В принципе, как она и заказывала. И где же мой админ? Так, админка у меня появилась? Нет, админка у меня еще не появилась. Может, давай поженимся? Глядите, как она тему перевела неожиданно, а? Ладно, давайте с ней все-таки поженимся. Может быть, если я с ней поженюсь, она мне будет давать ресурсы и может даже купить какую-то привилегию. Но сделаем вид, что я, опять же таки, повторюсь, из первого какого-нибудь класса, и она подумает, что вот мы такие наивные. Так, и что, мы с ней поженились. Ребят, можете меня поздравить, у меня появилась жена. Всем спасибо, всем спасибо. Так, и что, мы с ней поженились. Админку ты мне дашь? Так, Юля. Теперь ты должен исполнять свой суперский долг. Ух ты! К такому меня жизнь, конечно, еще не готовила. Я не ожидал, что случится такое. Так, к нам тут ТП-шнулся какой-то Славян 25. Славян, пожалуйста, попроси ее, чтобы я не хотел выполнять свой супружеский долг. Давайте напишем, что я не буду его выполнять. Потому что я не хочу его выполнять. Мне всего 15 лет. Я слишком молод для этого. Ты будешь заниматься со мной сексом? Или тебя забанят? Ребят, сразу видно, что она нас уже обманывает, потому что за такое не банят, и никакого тут супружеского долга нету. Блин. И ладно, давайте прикинемся, что я об этом не знаю, и давайте спросим у нее. Блин, а можно как-то без этого? Потому что я не хочу тут с какой-то Юлькой левой. Ну, в принципе, у нее легенда, в принципе, тут можно и подумать. Нет, ребят, на самом деле я не хочу с ней ничем таким заниматься. Если ты отказываешься, то я тебя баню. И что мне делать? Снимай одежду. А, ну она все написала за меня. Ладно, давайте прикинемся. Давайте снимем одежду. И что же она дальше будет делать? Ага, она нас убила. Круто. Ребят, просто офигенно. А если я напишу бэк, что она сделает, мне интересно. Кавэк. Глядите, ее этот король бьет. Так, ну чё, Юлька. Зачем ты меня убила? Давайте у нее как раз таки спросим. Зачем ты меня... Она меня забанила за то, что я не выполняю свой супружеский долг? В каком это месте я его не выполняю? И, ребят, ну теперь я понял, почему так много было жалоб именно на эту Юлю. В принципе, по ее никнейму можно уже было догадаться, что она вот такими вот пошлыми путями разводит игроков. И просто их обманывает. Еще и потом банит. Я не понимаю, какое ей от этого удовольствие идет, но, видимо, все-таки какой-то кайф ей от этого есть. Ну, ребят, как вы знаете, донатерам гринерство на Эндердесте запрещено. Так что сейчас мы будем ее наказывать. Я разбанился и также выдал себе звезду. Предлагаю начать ее наказывать. Для начала пропишем команду GM1 и войдем в ванне, чтобы нас с вами никто не мог видеть. Ну и давайте тпшимся к Юльке, посмотрим, чем она там занимается. Юля, секси тп. А, ну она доделывает, обустраивает свой домик. С каким-то королем. Походу, это ее новый муж. Вот как она меня быстро бросила, да, ребят? Вот вы тоже заметили. Ну все, Юля, ты попалась. Давайте пропишем команду want и начнем шалить с ее домом. Начнем, наверное, с самого второго этажа. Войдем вначале сюда. Потому что, ребят, как вы знаете, гриферство донатерам на сервере запрещено. И поэтому она сейчас поплатится. Так, также возьмем лаву, воду и, наверное, животных. Нет, животных брать я не буду. Просто лаву и воду. Ну-ка, что у нее тут в сундучках? В смысле, а где вещи? У нее в сундуках ничего даже нету? Серьезно? А, типа дом, декорация, да? Или на первых этажах у нее все вещи?
А, да, все вещи у него на первых этажах. Ну, понятно, окей. А то я уже думал, что дом просто чисто так, чтобы был. Знаете, как что-то подобие отеля, чтобы просто заводить сюда мужичков и потом убивать их. Ну, все понятно с ней. В общем, предлагаю начать заливать ее верхний этаж полностью лавой. Так, как раз таки сейчас и сделаем. А потом просто уже будем понемножечку, помаленечку пол проламывать, чтобы эта лава у нас стекала все вниз. Давайте тогда с одной стороны у нас будет лава, с другой стороны у нас будет вода, чтобы посерединке был обсидиан. И это было так вот более-менее прикольно, красиво. Балкон я тогда закрою, чтобы на улице не палилось ничего, чтобы для нее это было сюрпризом. Так вот сделаем. Мне интересна ее реакция, какая же будет. Так, ничего, проламываем на этаж ниже. И впускаем сюда нашу с вами лаву. Предлагаю просто этот потолок сетнуть, то есть прописать сет 0, чтобы вся лава абсолютно и вся вода стекла сюда наружу. Сет 0. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну тут у нас, кстати, еще много булыжника, поэтому еще надо взять кирочку, чтобы написать команду SP Area 5. И просто убрать весь этот булыжник, потому что он нафиг тут не нужен. Ну, в принципе, все от ее домика, глядите, что осталось. Да практически ничего, мы его почти полностью разломали. Ох, капец, мне даже ее немного жалко. Во, глядите, что она в чат пишет. Что тут происходит? Ну что, Юлька, поздно ты одумалась, что гриферить это плохо. Тут просто люди стоят и наблюдают. Ну, поскольку у меня звезда, я вижу даже никнеймы тех, кто в ванише. Капитан, здорово. Что, ты тут тоже видишь, да, что происходит? Можешь, кстати, мне помогать, если хочешь. Слава, ты хуй делаешь? Ребята, она подумала, что это вот этот король делает. Капец, ну ладно, давайте не будем его подставлять, давайте просто выйдем из ваниша. Верни! Выходим из ваниша, чтобы она поняла, что это был я. И напишем ей здоровеньким. Какое необычное слово, в первый раз его употребляю. Сука! О, началась бомбежка. Давайте спросим ее, что случилось. Как ты разбанился, урод? Она спрашивает, как ты разбанился. Давайте ей напишем, что у меня есть связи с админами. Верни мне дом, и никто ничего не узнает. Вернуть ей дом, и никто ничего не узнает. Нет, пожалуй, я откажусь. Пожалуй, я просто этот дом доломаю полностью. Алло! Мне кажется, так будет правильней. Давайте напишем ей, что я снимаю. Все, написали ей, что я снимаю. И мне чисто интересна ее реакция. У нее спрашивают, Юля, скажи, как баланс пополнить? В смысле? В смысле? Ты попала на YouTube, Юлька. Вот так вот получилось, что гриферство донатерам запрещено. Тебя ж забанят, эй! Так, она мне флай отключила? Юля, 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 зачем ты это делаешь? Так, флай. Нельзя так делать! Вернись, заебал! Она еще пишет, что нельзя так делать и что я ее задолбал. И давайте напишем Юльке. Хочешь сказать что-нибудь моим подписчикам? Так сказать, последнее слово. И, наверное, после этого мы ее забаним. Я тебе админку дам, только верни. Она предлагает дать мне админку. Классно, если у меня есть звезда, зачем мне админка, действительно. Нет, пожалуй, Юль, я откажусь. Мне твоя админка не нужна, спасибо. Последнее, что она сказала, это было, были вот эти три буквы. Ну, Юль, что сказать, поздравляю тебя. Пизда. Ох, какие слова пошли некультурные. Ну, все с тобой понятно. Но ты охуевший. Ребят, я даже нисколько сейчас не жалею, что я ее баню, потому что, серьезно, гриферство было прям вот мною запечатлено, и сейчас она вот так вот обзывается. Я тебя на всех серверах банить буду! Она говорит, что будет банить не на всех серверах, но я играю только на Эндердесте, ребят. Еще раз повторяю, что его IP будет в описании, и давайте ее забаним с причиной
Гриферша. Все, ребят, на одну грифершу стало у нас меньше. Ну а снимать донат или нет, напишите об этом в комментах. То есть, если вы напишите... Если большинство напишет, чтобы я снял с нее донат, то я сниму с нее легенду. А если же большинство напишет, чтобы я ей легенду оставил, что да, ошибки бывают у каждого, то без проблем я оставлю. То есть, тут все решаете именно вы. Пишите комменты, и именно благодаря вам у нее может остаться легенда. Но я бы на вашем месте не стал бы ей это прощать, потому что уже очень много людей писало в комментах, что она их загриферила, и я бы на вашем месте бы просто написал, чтобы снять, и я бы с нее спокойно уже с чистой душой снимал эту легенду. В общем, ребят, я думаю, что на этом уже можно и закончить. С вами был, как всегда, я, Клаус. Если вас тоже кто-то загриферил с донатеров выше креатива, пишите об этом в комментах, потому что на Эндердесте запрещено гриферство выше креатива. Пишите его никнейм. Я обязательно его проверю. Все, всем удачи и всем пока.